знала бы я мою пчелку. А как зовут? Забыл его спросить. Может, завтра с места в бой? Знаешь,
сказал Борис. Ну, сыграй, шути. Только взял боец трехрядку, сразу гармонист. Намочал для порядка, пальцы тянул сверху вниз. И от той гармошки стану, что остался готов. Как-то вдруг теплее стал на дорогах и на домах. От машин на неделях шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармония. Обогреться, потолкаться, гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подруг. Плесуны на пару пара, с места кинулись, а вдруг задышал морозным паром. Разогрелся тесный круг. Oh!
Я выступаю в студии театра и кино «Лица».